рады представить результаты нашей коллаборации с известным кутюрным дизайнером Гоа Пэй. Это наш первый совместный проект. Сотрудничество было очень тесным. Мы постоянно советовались, обменивались мыслями, обсуждали цвета и материалы. В результате получились гармоничные комплекты, произведения высокого ювелирного искусства и подходящее кутюрное платье. Как видите, одним из ключевых источников вдохновения стала китайская культура. Мы активно использовали нефрит в коллекции немало типичных китайских орнаментов, которые делают украшения поистине уникальными. Широко представлены изумруды. Изумруд – один из моих любимых драгоценных камней. К тому же в Китае он пользуется большой популярностью. Коллекция радует многообразием. Мы использовали чуть ли не все драгоценные камни, какие можно представить. Тут есть и ониксы, и нефриты, и опалы, и розовые сапфиры. Также разные виды бриллиантов, включая розовые, изумруды, аметисты. В коллекции представлено более 30 украшений. У нас было множество источников вдохновения. Нельзя сказать, что был какой-то лейтмотив. Таким образом, мы отражаем многогранность женского характера. В коллекции любая девушка найдет себе что-то по вкусу.